Всем привет! Сегодня снова с вами Басон, и сегодня мы продолжим прохождение игры Guns, Gore & Cannoli. Давайте начнем про игру. Мы там начали недалеко от точки, но мы начнем на точке сохранения. Так, Тома, у нас мало патронов. Ракеты, огнемет. Можно переключаться цифрами, можно кнопкой менять. L, следующее оружие. Ну, как-то... Ладно, давайте с обрезом погоняем. На этого можно достать было. Чувак. Как раз и каноли пригодились. Тостячок, все, взорвался. Свободен. Я бочусь. Пяточку. Так получится. Валера. Да.
Ух ты! Ух ты! Так. Он дробовик уже. Держи подарок. Коленочку. Ух ты, сам же свои бочки. Колеса тут летают. Так, дядя Тома, теперь твой выход. Какие-то крысы уже появились. Мы реально в канализацию попали. Чего у нас тут? Пёржим в тело, взрываются головы. Он самый эффективный, наверное, будет дробовик, большей частью. Крысы вообще взрываются от огонька. А, ну как еще? Ну ладно. Hey, stop screaming like a girl and take it like a man. Что там, может, никто не улезет? Так, крыски. Вы еще живы? Дабл килл.
здесь будет веселье. Сколько мяса. Самый тему как раз чекпоинт. Просто крысы вообще мрут как мухи. С такими криками, как люди, блин. Блин, у нас осталось патронов совсем мало. Как КС, блин. Чекпоинт достаточно часто. Ну как к нам? Так, патронов-то, блин, не хватит. Что за новый ствол у нас? Пулемет. Ну, чё? Хорошая штука, однако. Ну что здесь будет, не хватает, это патрон. Эффективно против всего, что движется. Ух ты. Да, патроны, конечно, ушли быстро. Самую тему, блин, вылазит по себе. Теперь обычным пистолетом уже не обойдешься просто так. И опять в канализацию. Валера, твой выход. Да. Один выстрел, два трупа. А за стаковать, то они не могут отвечать. На безопасном расстоянии лучше стрелять, да. Да, маловато будет, конечно. Ладно.
Ух ты. Дабл. Трипл. Чё стоишь? Лови свинец. Так, давайте возьмем огнемёт на всякий. Свежезажаренные крысы. Это свежерастрелянная крыса. Так. Каноли, патроны. Эти крысы, смотрю, самый эффективный — это дробовик. Что, извините, какой высоте она их сносит. Так. Что у нас тут дальше? Гранаты, которых и так уже. Опа, и здесь динамит. Трипл. И четвертый. Блин, даже перезажать уже нечего. Это западня, конечно. Ничего страшного. Переиграем. Подарок. Так, лови свинец. Ты слай. Так, возьмем тут огнемет. Блин, даже не знаешь. А, у меня же пулемет еще есть. Совсем забыл. I can do this all day. А здоровья, как обычно, нет. Там ничего нет. Так, огнемет у нас на нуле. Ладно, дробовик возьмем. Экономим немножко пулемет. Thank you.
какие-то. Это крыса, смотри, умная какая. Свободен. Чекпоинты канули. Так, чё я что-то будет веселое. Так, перезарядить надо все, что есть. Так, огнемета нету. Пулемет нету. Давайте посерьезнее тогда. Ух ты! Она еще и прыгать умеет. Да. Что-то я здесь не особо. Так, надо было да, пулемет, наверное, брать. Да. Крысёныш, то что... Да. Уже, грубо говоря, не жить мне. Ну ничего, сейчас переиграем. Только надо определить, чем ее убивать. Томпсон есть, дядя. Так. С гранатомета. Давай с гранатомета. Ух ты, нифига себе. Мелкие мешаете. А, блин, привезло прям туда. Можно же умирать. Чё-то я ступил. Ну ладно. Попробуем еще разочек. Да, крыса, конечно, серьезная. Да. Ай, блин, я думал, уже перепрыгнуть будет. Ай, блин. Мелочь пузатая. Даже позицию-то. А, то есть вот так вот можно. А,
А, она еще и может и вниз прыгать. Давайте-то возьмем гранатомет. Потом переключимся на что-нибудь другое. Зараза-то, а? Да вообще от нее никуда не едешься. Расплавился. Да, что-то мне не везет, крысяры. Да. Жестковато, крыска. Крыса переросток. Чуть не хватило. Ладно, возьмем. Так. Thank you.
чуть не прыгнул на крусеру. Победил засранца. Я говорю, даже боюсь туда идти. Блин, жестоко я облажался с этой крысой. Ух ты! Блин, все в одном месте. Еще хоть что-нибудь есть, патроны где-нибудь какие-нибудь? Вообще патронов нет практически. Зря огнемет с водовым. Да. Keep the change, you filthy animal. Да. Какой-то метро тоже пришли. Не, я лучше на огнемет оставлю. Да. С крыской вышло вообще как-то не очень. Ух ты. That's some good canoe. Can do this all day. Headshot. Down. Я думал. Give him hell, boys.
Чувак, лови. Не успел. Ух ты. Ух ты, как из-под тишка в спину. Спасибо. Что-то я шикую. Ладно. Блин, это крысы. Ух ты, ребят, лопаться. Что-то у вас там много было. Что-то крыски замешались. Да. Ну ладно, думаю, на этом мы закончим. Всем спасибо за внимание. Ждите продолжения игры. Извините, конечно, что так плохо босса прошел. Ну, босс впервые проходился. Ладно, всем спасибо за внимание, до свидания.